Через 10 минут зайдете в рейд. Босс, мне через 10 минут нужно будет эти двери открыть. Открой сейчас. О, то есть здесь будет минутка слетать за сопротом, да? Я понимаю, сову, деревяшку-то за что? Сова тоже. Теоретически она может быть тоже совой. Выйди там об. Двигайтесь. Гена, я говорю, что бревно это та же сова. Короче, за час мы прошли больше боссов, чем вы прошли, блядь, за это. За час до того момента, как я пришел. Бревно это засохшая сова. Отжатая. Полчаса сбох. Сову выжили, получилось бревно. Собирай. Да тащи сюда уже. Ничего интересного не пишет. Что там получается? Кроме нас никто не ходит туда больше? Или джоки ходят? Да ходят они все. А, туда ходит гильдия гаджета, и больше никто не ходит. Ну и мы. Вок, может, бойкот объявим? Гаджета это гаджетину? Да, Канал. Кроме гаджета ходит еще белая стая с альянса. Все, больше никто не ходит. Белая стая тоже отписали, что не ходит, я как я понял. Все? Они тоже забили? А джасты? Девка, вон Вема пишет, что отображение всех иконок в рулетке, оно рандомно. Ну, то есть, значит, тебя уже, как ты нажал, типа, открыл окно, у тебя уже призыв генерировало. Ну, типа... Теоретически можно сразу нажимать Alt+F4, это будет быстрее, чем эта рулетка, да, закрутится? То ты кейс в КСке открываешь, что на каком-нибудь сайте там, не знаю, всегда уже приставай заранее. Ну, это понятно. Туда можно... Еще они как-то по-другому делают. Я-то к чему тебя все вел? К тому то, что ты когда вот именно это окно открываешь, у тебя генерируются сначала награды, а потом, когда ты нажимаешь крутить, у тебя генерируется приз из этих наград. Нет. Просто случайная икона. Вагон. Только адмирал мог умереть здесь. Блять, на секунду свернулся. Я думаю, если адмирал станет около кабанчиков до Ротари, даже там его убьют кабани.
Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Вы ее тут на балконе бьете или нет? Да, на балконе. Окей. Этот вага, бери 5 минут перебор. Все, можете сумонить, я тпшнул. Так, ладно, поехали по заменам. Я в хиле остаюсь, жду? Да. Окей. А на лича меня можно будет пустить? Это спеллмастер. Когда будет ДПС хотя бы 15 плюс, без вопросов. Ну, из-за того... Я понял, я не слакаю. Я в курсе, просто проблема в ДПС. Аркановая херня в таком шмоте столько ДПС не выдает. Мяка, Аркан, шмот хуже тебя, 230-я пушка, блядь, он выдал на 4000 больше. То есть 18 выдал? Он выдал 16. Ну я там... выдаю 13-14. А ты на этом выдал... Ой, стоп, секунду, сейчас я посмотрю, сколько ты выдал. Спеллмастер, а да, вижу, 13700, ну, 2000, один хер. Я же говорю, 13-14, ну, эта херня больше не выдает. Сколько вы что там выдали? Минимально ДПС для сложных боссов. Спеллмастер, это вообще какие, в СПД или в НТО? В СПД. Ну, вот вкинешься в НТО, будет больше ДПС. А если вкинуться в дух, будет еще больше? Нет. Только в НТО. То есть Инта Аркан дает намного больше, чем СПД? Да. Все, замену я сделал. Тебе... Упа, посмотрите. Потом напишешь, объясню, почему. А чё престол с 12 тысячами оставили? Кстати, да. Мне наличие проход, в принципе, просто надо, если можно было бы. Все равно потом тебе проход пока что никуда не нужен. ЗС ОКО. Даже не ЗС ОКО. ЗС ОКО тебе обычка нужна, фрад. Даже РС-ка. Даже. Я просто думал в обычку. Каким ДПСом тебе в РС-ке нечего ловить? Я тебя понял, хорошо. Сразу говорю. Пока перерыв, я тебе вкратце объясню, почему инта полезнее аркана, чем СПД. У тебя есть талант, который у тебя увеличивает СПД от интеллекта, знаю. От интеллекта. Плюс у тебя становится много интеллекта, твой прилив маны восстанавливает тебя в процентном соотношении маны. Согласен. Соответственно, ты жмешь бурст и стреляешь просто четверками, пока у тебя есть бурст. Как раз под его конец у тебя примерно остается 40% маны, ты прижимаешь прилив, у тебя получается 100%. Пока у тебя бурст КД, ты стреляешь своей обычной ротацией 4-1. Потом, как у тебя бурст подкатывается, ты опять стреляешь только лишь четвертыми стаками. Еще один вопрос. Смотри, если я вливаю за место интеллекта это в дух, оно мне дает прироста примерно 12% крита. Зачем тебе крит в аркане? У тебя крит в аркане собирается просто шмотом. Сколько процентов просто шмотом его собирается? 45 примерно. Осталось, ну, у меня сейчас в аркане 56.
Зачем тебе? 56. Ну, потому что типа прирост от крита получается компенсирует проблемы с СПД. У меня было 40% крита, у меня было ДПСа больше, чем у тебя, когда на аркане. То есть я понял, то есть... Аркану не нужен крит. Ему нужно, во-первых, 1800 хосты. Ну, можно 1400. Ну, 1400 у меня сейчас есть, это 40%, грубо говоря, так, как и должно быть. Но, да, только это по гайдам, и гайды написаны под Т10, а не под Т4. Под Т4 надо 1800. Но я сам не собирал 1800, я бегал 1400, 45%. Крита 11% меткости, и что-то у меня было в районе 4 с чем-то тысяч СПД. Ну, у меня сейчас, сейчас тебе скажу, опять у меня получается 4300 СПД. Просто рейдбаф без МК 51% крита. А сейчас Долоранни у тебя под своими щитком и интой сколько? Ну это не под своими щитом, это с духом, каской и лапой. Их и скажи, сколько у тебя под щитом и интой. На вспышку 51%. А так получается где-то около 47. Этого достаточно. Ну так у меня еще две шмотки стоят в дух крит. Три шмотки стоят в дух крит. Зачем ты вообще брал шмотки на дух крит, если тебе весь шмот нужен хоста крит? Хоста крит и хоста меткость. Ну, меткость у меня кап, я меткость до капа добил. И мне получается, крит дает больше процентов, нежели хаст. То есть нет резона вбиваться в крит, лучше оставить крита до 50%, а все остальное вбивать хаст, который дает там по 0.5%. Так скажем, тебе нет смысла вбиваться в крит, потому что 100% ты не сделаешь все равно. Так как ты не можешь сделать 100%. Что не сделаю, но в рейде получается около 65%. Так как ты не можешь себе сделать 100%, тебе проще вбиться в хосту, потому что чем больше ты костов дашь, это будет лучше, чем ты дашь меньше костов, но допустим, костов, кританешь. Твой бурст, а это основной твой дамаг, тем лучше. Аркан, он бурстовой класс. 1800 хосты, это хоста, чтобы вспышка одну секунду кастила. Ну, у меня сейчас получается 1300, грубо говоря. Ну, надо как минимум 1400. Ну, нету просто нету чешки. Своей шмотки с духом можешь заменить на крит хаст. Будет достаточно. Ну, мне он сейчас тебе в рейдлинка, ну, мне стоит вот такая параша стоит. Арканы на всех топовых боссах бесполезны. Я сам бегал с детектором, он на аркане достаточно неплохо прокает, но это проходная. Смонь. Ну, я ж о чем я говорю, если бы их было хотя бы 4-5 в рейде, то от нее был бы какой-то прок. А... Что, давай 700. Лады, после рейда поговорим. Всех сумоним. Морчхорд на замену. Лёха, ты не начитал ИП? Да, ты перекинь, кстати, ГП с Войда на меня. Сними с Войда и начисли на кучу. Какой маг будет Сырьем корвать? Ритуал призыва нажмите. Пока инс переполнен. Вы, конечно, молодцы. Два раза сняли, два раза на час. Фарада, отменяй. Что-то мне это напоминает. По-моему, в РСХМ мне примерно так же КП снимают. Миша, начисли Войду и отмени у Юти.
Наоборот. Да и он там начислил, потому что вместе с Вагой. Ебать вы начисляторы. Ген, вот представь ситуацию. Это в РСХМ примерно так же. У меня было 0 ГП. Мне дали на успех шмотку, и случайно за нее ГП начислили. А потом каждый мне одновременно, двое или трое человек, о, начисляли с ним. Просто, просто сумон. И как у сумонится, дайте ребаф. Ни одного бафа нет, кроме своей лапы. Кулак. Почему гречки? Ютиш выиграл пояс. Можно крест? По престам. При чем здесь гречка вообще? Кулак, можно? Да тем на МП5 будет стоять. Так, все, все готовы, все здесь, на маунта садимся. Все, по готовности, поехали. Надеюсь, сопрота не надо никому напоминать, что на этом боссе нужны. Вагон. А можно вопрос? А кто не завис? Метки. Серьезно? Так. Че, вроде отвис. Справа. Лево. Справа. Там же, только дальше. Разбиваем. Метеола, дэш, БР. Друид, дайте пару инеров. Бежали. Стивни. Код 19 стаков. 21. Два стака, Кирс, Холипал 3. Вагов 9 стака. Глейте. Метки. Ни хрена не вижу. Правую не разбивает. Справа спрятался быстро. Ребафните каску по пристам потом, пожалуйста. 40 секунд.
Скажите, когда 35. 37. 35. Где ради? Казум, да. Казум. Мелики пошли. Вот, до хирища стаков. Сбрасываем стаки милизоны. Освобождем стака. Хан посередине. Вперед, вперед, вперед. Для тотем. Сбрасываем стаки. Ждем. Не разбивайте. Разбивайте. Все, разбивайте глыбу. Ага. Сбрасываем стаки, добиваем босса. Все, добиваем босса. Так, первый раз на Синдре всего лишь один раз поймал освобожден. Шок. Зато я 5 раз. Явно пояс выпадет. Блять, в натуре, слушай, я чувствую удачу. Я говорю, выпадет, где хватать ее надо. Собрали. Есть осколок или нет? Нет. А кто токены скидывает, а? Так, я ж вроде за Лану тоже не начислял. Смотрите, сколько там начислений было. Последнее начисление было 400. 400, 400 и А у нас есть сокет крит-дух? Да? Он же зеленый получается. Да. Да, он у меня на магии есть. Блять, идеально. Крит-дух зеленый, в желтый и в синее гнездо. И стоит копейки.
И стоит копейки, да. 50 камень плюс 300 полироли. Адмирал. Лапку дайте. Да, Лёх. Ты только не подтверждаешь. Все готовы. Я свернулся, микрофон держу. Пей. Скажите по процентажу гена последи. У меня 1%. Если скажешь. Скажешь, когда стоит. Пометка. Быстрее добивайте. Прохил Ену. Неликс, ты что там делаешь, блядь? Неликс, на тебе красный. Прохил Неликс. Приказ. Нет плевка. Добейте. Умень. Уже. Сорок семь скажет. Ой, 37 скажет. Прости. Прости. Только не в колбы. Фарада. Чё? Ты мой отдельно стоишь. Не увидел. Села поднимешь, зеленый. Это что? Че никто не сбежался-то? Не достает до портала он оттуда. Должен только сбегаться последний комнат. 38. 37. Стопнули. А народ Делорус. Кислый прости. Красный. Добиваем красного, будет фаза. Бафы обновить. Налик. Сюда, в эту сторону беги. Куда? Перефаза по меткам стали. Выбрал, не добежал. Кирса просить, верикаста. Ход. Сам вставай. Уже нету. Добейте красного. Рулет заберешь. Йена поднимешь. СС по ваге.
СС по ходе пала. Бомба. Еру можно? Правее, да, Еру дайте, кстати. Я давал, странно. Забираю. Холи пал по нурглету диван. Ну, прости. Ага, конечно, да. Три штуки. Ага. Не, ну должен был упасть, но два пояса положи. Крит убрали, пояс не падает. Ген, там это, последнее желание упало зато. Можешь загадать. Удаляю друида. Правильно, саму было. Продам. Мне можно. Не откажусь. Буду лока мейнить. Перед тем, как появляется зеленый, все уходит к левой стенке. Красного всегда водит через босса. Не к выходу, а через босса водит. Кто выиграл Парову, скажите? Там только один Иролю, Неликс. Сейчас кислый дам. Кто хочет себя на лича попробовать? Ну так вон там, по-моему, спаумастер горел живой. Ну сразу говорю, если вы не в топ-10. Как им быть в топ-10? В топ-17, окей. Точнее, в топ-18. Я тебе больше скажу, он будет меньше, чем я. Скорее всего. Не, ну магом он может быть и получится. Потому что на перифазе может босса бить. Он не тот маг. Охуешь по валькам, лайфхак. Я забываю, что маркан. Делай спек тогда. Так, короче, ладно, что тут есть. Ну, тоже все читаю. А может быть кто пополированный линкольной? Дух крит. 18. Это тоже самое, только по 18. 18 и... Ген, у меня на маге сейчас скажу. 22 и 18, по-моему. Кому лично нужен? Мне много кому. Один человек. Мозер. Эй, Мозер выходит. Хотя... Кисло, ты же полутал пуху, да? Парусвара возьму. Какую? Ну это, на медведя. Да. Тогда нужно. А, не... Да, для выхода. Рыбу ставлю. Элбертон, не забывайте. Давайте, для завтра.
Давайте, надеюсь, заразите. А ты на шаркарях агро набиваешь? Или ты просто их возишь? В плане. Ну, в плане, если я буду пару доток кидать. Буду набивать. Теперь чего? Я теперь специально набивать не буду. Ну, нужно стайки, типа. Вертеться от стаков. Да у него же там агро один раз ударит, надо. Я специально на этой билке бить не буду. Дайте. Ну еще вернись. Элбрил готов? На ком нету сопротов перепить? А тактики не будет у нас тут ханут в первый раз? Помянем. Какая тактика на ЛК? Блять, этой тактики видосов. Лёха же сразу сказал. Не можешь сказать, он пишет. Подходишь к краю, спрыгиваешь. Это... контенту уже, блядь, 10 лет. Ладно, я понимаю, где-то ЗСОлка еще окей. СЛК. Это вообще... Анонсить нихера не буду, так что посмотрите сами. Я полагаю, что... Пиздец, вот там Не повезло, не фартануло. Народ поднимешь. Народ подними. Сразу же смотри, диспальцы так. Напрягайте хилов. Подиспальте, чему там пару этих осталось в рейде. Дал на ману гин. Да его разманил обычки. Прохильте. Шары. Бейте шары. Делорус, побей шаром, который на меня.
шарды, это быстрее шары сливать долго. Кто затупит со сквернением, пиздец. Череп, блин. Давайте валик. Мало круг. Чё хан сдох, а чё? Череп. Валик, все бьем, блять, и не лича, сука, туннелем. Глорус. Вальки, блять, улетают, и не лича, туннелем. Разворачивай. Сзади час. Валик слила. Блядь, посмотришь за перифазой. Что? За перифазой глянешь. Смотрю, смотрю. Лаги идут. 4%. Ну, особеть. Валик, не бейте. Видите? Сквернение. Гимна хападайте. Сквернение, отойдите, кот. Вар, чаш. В темию просил. Редвара. Сакр. Звезду на лагу. У него есть ассист. Не напрягайте хилов, РДД, бейте, блять, по сферам. Не спал. Спал. Можешь, кстати, у тебя офис есть? Что? Ну, на Сандрахосе кто-то с пула сальник кинул. Не, не я. Меня не, она даже не вбита. А логов нет? Сферы две летят. Я заберу. Так, я сейчас на Долорус полетит. Вот ты. Старфол есть? Запад создан. Окей. Холин... Холинову, смотри. Звездочка, он уже стоит. Вперед, не беги. Возле стеночки.
Пункты жмем за звездочку, дальше пробегаем быстрее. Повезло черепа. Босс. Сквернее не забудь. За босс. Ладно. У тебя есть страховка? Нет, нет. Я дам тебе. Прохиливаем. Звездочку. Вот до стеночки бежим. Вперед не забиваем. Хиливаем. Черепа. За босс. Сундук не открывайте после убийства. Ревностный уж. Брат. Сотками можно добьется. Есть Тархол? Нет. Последняя комната. Все побежим разнобой. Чтобы интереснее было. Смотрим, кто как соло умеет бегать. Сейчас Кир сдохнет. Радвара, Семия. Череп. Я вообще что-то в последнее время плохо хилят сегодня. Лёва, дай ассистка комбата не будет. ДК выжил с минус 19 тысяч хп. Блин, это Талик такая гадость. Как раньше с ним бегал. Этот, блин, на каждой фейзе тотемы меняет, у меня проталик. Сапфир и некромантия. Да, на сове. Да. И мне не хватает сейчас хосты. Да, вообще огонь. Мне нравится.
Никто сундук не трогает. Что, у вас байеры, что ли, есть? Угу. На, Крис. Как не... Отец, что ли? Ну да. Кто еще? Меня сегодня заебывал опять. Он меня еще ни разу не поймал, когда я был не АФК. Ну, по его мнению. Там Настя хочет от тебя фурада. Аркус нужен? Матиоли, может быть? У нее есть. У меня есть. Она, по-моему, самого первого ЖКТ забрала. Да. Ну, вроде в тот же день... Это что, Нургулет в соло ему целый процент сожрал? Сань. Если Аркус не нужен, дайте ассист. Девочку. Так, там если лучше, то я ассист. Сань все-таки с двуручкой стал тоже бегать? Я не знаю, с двуручкой меньше играю, но больше щит. Вот ты выбирай. Я могу, в принципе, и на лоб забрать себе. Чего хотел кисты? Или ты мискликнул? Ну, посмотри, Талик некромантик нашёл. Настя, у тебя... На некромантии сапфир. Типа, но... Так как сейчас скрипт с этого убрали, что сейчас найдет Талик? Я не придумал. Убрали, Крис. Ну, теперь идол дает не крит, а СПД. Ну, соответственно, крита стало мало. Кто выходит? Дай мне портал в ремарк. Понял. Настя, выключи микрофон, пожалуйста. Еще один, кто может выйти. Вот. То есть надо вот так одеваться, да? Вот, смотри. Не, ну я не знаю, у тебя видишь, что типа в крипте я в соке. Просто если сейчас надену сапфиры и некромантию, мне бы там крита очень мало. Где покупательность? А учитывая, что достаточно крепко для дамага хастулся. Чего еще раз? Чем быстрее кастуешь, тем быстрее откатывается звезда. Ну так вот, я про это и говорю, поэтому хочется бегать со сферу. Нужно... Подожди, давай. А Глифа нужна у вас команда? Да. Да. Так, присумонили, открывать? Не, ни одного. Атиш, сумони его. Подожди, не сумони. Сейчас еще второй покупатель же будет. А, окей. Черенаска надо кому? Мне. Да не сумоньте вы рогу. Ну все, рога в инсте. Кого еще сумоньте? А че, не должен быть? Все? А, вон еще на трих. Да. На трих, да. Вот. Все, за палкой? На деньги мне отдали. Настя, у тебя какая-то херня с микрофоном. Не херня, это телефон говно. Все, два покупателя. Да-да-да, все, дерево здесь. Киренаска. Попало? Дмитрий, с кто что покупает? Понятно. Ничего, там Маркус и Крис покупали. Лёха! Пианист. Нет. А? Что ты хочешь? Я тебе писал, личку прочитай. Бля, я не читаю личку, не сейчас. Дискордия можешь прочитать. Давайте, Хисами, поставь, пожалуйста, портал Бора. Так а мы Джайна не идем бить? Идем. Давайте быстрее, 20 минут саппорта осталось как раз убить. Припал.
ты уверен, что щит на мейнспек танковский? Не-не-не, миссанул просто. Дмитрию. Уху ролил. Ну, это надо. Ты не ролил. Да, Редвар. Вы сейчас тактику объяснять будете или сразу пульнем? Все были, кроме... Можно варом на ачивку зайти или нет, Лёх? А зачем тебе ачивка? Чтобы у меня цена дешевле была. Во втором рейде покупает. Приходи, убивай. Во втором рейде меня не берут туда. Почему? Правильно, потому что ты слабый. Потому что я добавлю больше, чем половина второго. Так, ребят, коня роль вот так. Сманить. Коня ролл. Там Евка 97. Нет, потом Матеола. Матеола и Адмирал по 88. Гифка 97. Да не-не-не, Адмирал и... Тело получилось. Челлендж один, значит? Да.